Приветствую вас. В принципе, вы сами дали наводку на наличие у себя проблем. То есть причина, по которой вы чувствуете себя сейчас плохо, заключается в том, что 10 лет, как я понял, проживания с отчимом дальше вам очень тяжело, он вас принуждал, он вас обижал, оскорблял, наверное, в общем, у вас на него имеются обиды. И вот эти самые обиды у вас и мешают сейчас вам как-то взаимодействовать с окружающим миром наиболее полноценно. То есть, вот вы говорите, что, допустим, начинаете анализировать какие-то события, да, начинаете вспоминать. И все сводится к тому, что вот вы жили с отчимом, у вас были постоянные упреки и так далее. Я думаю, что обиды, которые у вас есть на отчима, можно и нужно отпустить. То есть, по сути, проработать их, дабы вы не испытывали какого-то вот такого уж слишком сильного негатива к нему, чтобы вас перестало грызть вот эта вот обида и боль на него. Если, конечно, действительно в этом проблема. И, соответственно, данное направление поможет вам избавиться от тех негативных аспектов, которые у вас сейчас имеются. Далее. Дальше вы приводите перечень ваших симптомов, которые вы суммируете в депрессию, в глубокую депрессию. И эти причины вы перечисляете, но не перечисляете, с каких пор, с какого момента у вас они есть. То есть, как произошло так, что у вас начали появляться такие вот симптомы. Откуда они берут свои начала? С какого момента они у вас? Как давно? Вот на эти вопросы вам нужно ответить. Вполне вероятно, что у вас просто все слилось воедино. Вот последние 10 лет с отчимом, да, все это у вас слилось воедино. Вполне вероятно, что речь идет о эмоциональной вымотанности, вполне вероятно, что речь идет о эмоциональной истощенности, если угодно. Да. Но, тем не менее, депрессия – это действительно заболевание, которое должен диагностировать врач. Кроме того, вопроса как такового, Виктория, вы не задаете, а исходя из этого сложно понять, чего же вы хотите именно от психологов. Я, с своей стороны, могу предложить вам проанализировать вот это вот 10 лет с отчимом, когда вы получали каждый день упрек и сейчас получаете при встрече, дабы отпустить обиды. Если обиды будут отпущены, вы больше не будете углубляться в воспоминания о жизни в этот период, то, скорее всего, вам будет легче. Также нужно задать вопрос, насколько вы реализуетесь, как у вас складывается личная жизнь, да, не было ли у вас каких-то неудач в ней и так далее. То есть, все ли дело только в отчиме, может быть, есть какая-то еще проблема. Но в любом случае, я думаю, что первопричина это.
Отсутствие интереса к жизни, как правило, продиктовано тем, что вы сами не верите в свои силы, в свои способности, в свои... И в результате из-за этого у вас и складывается такое вот отношение к себе. Дабы его не было, нужно все-таки побольше проанализировать именно то, что вам мешает быть вот как раз той, какой вы хотите себя видеть. А это означает, что вам нужно определить, какой вы хотите себя видеть. Какой вы себе представляете, в идеале, конечно. Вот я думаю, что так можно вам ответить на ваш вопрос, так как, в принципе, информации достаточно мало о вас, и, все-таки нужно бы поподробнее с вами пообщаться, чтобы больше информации получить. Исходя из того, что вы написали, если вы думаете, что мы сможем оставить вам диагноз, то есть подтвердить наличие или отсутствие у вас депрессии, то, к сожалению, я вынужден вас разочаровать и сказать, что для этого вам нужно обратиться к психиатру, чтобы он уже вас диагностировал это, назначил соответствующее лечение, как медикаментозное, так и психотерапевтическое, и тогда уже в рамках назначенного вам психотерапевтического лечения можно работать с глубинными негативными установками, которые и представляют собой депрессию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.